Кстати, я не пользуюсь кредитными карточками, в принципе. У меня очень негативный опыт. Во-первых, я забываю постоянно эти пин-коды. Во-вторых, это, опять же, система, которая ведет только к... Ну, понимаете, вот если вы потеряете наличные деньги, я могу засунуть в один карман, в другой карман, в третий карман, в сумку. Меня могут обокрасть из сумки, или из одного кармана, или из другого, но меня не чешут всю. А вот в банке это как раз произойдет. Когда вы сложите туда все свои огурцы, в один прекрасный момент кто-нибудь вам позвонит и скажет: а объясните, на каком основании у вас столько огурцов, и все это незаконно. И уже есть такой негативный опыт. Одна наша музыкальная группа поимела такой жуткий геморрой, извините за выражение, с банками, когда им позвонили и сказали: что-то у вас слишком много денег на карточку заключается, перечисляется на вашу карточку очень много денег, мы вас заблокировали. А человек приехал что-то платить, оплачивать, у него был платеж. И у него не проходит платеж. Он начинает выяснять, дошло чуть ли не до суда. Его начали проверять чуть ли не с Лубянки, откуда ему приходят деньги. А он получает авторские, большие авторские, ну, есть у нас звезды, которые получают большие достаточно гонорары со всей страны, как Газманов, там еще кто-то, да, за свои песни, Антонов, там, такие шлягеры. У этих людей тоже был такой вот шлягер, за который они получают достаточно хорошие отчисления авторские. И в один кто-то, какой-то дядя решил, что деньги незаконны. И он бегал, доказывал с пеной у рта, что это законные деньги и так далее. То есть, понимаете, когда вы будете все под контролем и когда вот это все начнется, это страшные времена на самом деле. Я их очень боюсь, поэтому я делаю свое автономное мини-государство в районе там своего дома и так далее. И перехожу на полную автономию. Если что случится, я буду выращивать себе огурцы, но я не буду клиентом банковской системы.